Албетте, спорт бирөө утат, бирөө утулат жана бирок Байзак Ракыевдин ушул күйөрмандардын көз алдында кыргыздын желегин желбиретем деген тилеги бар болчу. Ал мезгилде принципиалдуу таймаш. Эта встреча срывалась несколько раз, и эти оба бойца стоят друг друга. Стоят считаться лучшими в своей лиге, в своей весовой категории. Сегодня решится. Сегодня зайдут сюда два сильнейших бойца, а выйдет всего лишь один. Перед вами пятираундовый бой. Пять раундов по пять минут. За звание чемпиона WWE Global. Встречаем. Абдулгаджи Газиев. Нормату, аралаш мушташ өнөрүнүн күйөрмандары. Принципиалдуу таймаш Абдулгаджи Газиев менен Санжар Ажыбаевдин ортосунда болмокчу. Буга чейин биз айтып аткандай, WWE Global 13'те беттешиши керек эле. Ага чейин бири-бирине каршы таймашышы керек эле. Мына ошолордун баары артта калды дагы. Эми бул жерде ошол принципиалдуу таймашты өткөрүп туруп, кимиси мыкты экенин аныктап алмакчы. Эң башкысы Абдулгаджи Газиев дагы, Санжар Ажыбаев дагы экөө тең биздин Кыргызстандын мушкерлери. Кечээ күнкү пресс-конференцияда, Стердаунда өзгөчө сөздөр орун алды. Ал жакта кадимкидей трештоок, башаламандык, бири-бири менен мушташып кете тургандай дагы учурлар кездешти. Андыктан бул эки мушкердин беттешин бүгүн көрүү өтө кызыктуу болот. Экөө тең таптакыр артка кайтпаган мына мушкерлер. Жана ошондой эле айрыкча ал жерде Санжар Ажыбаев бир аз активдүүлүк көрсөтүгөн үчүн Абдулгаджи Газиев эми ушул стердаунга чейин жакшы эле сүйлөшүп аткандай болдук эле, анан эмне болуп кетти, мына ушул бетме бет келген учурда эле анын энергиясы ашып ташып атат. Эми эң башкысы ошол энергиясын эртеңки октагондогу ичиндеги убакытка сактап калсын деген пикирин айтты эле. Азыр албетте мына ошол нерсеге биз күбө болобуз. Ну что ж, выход очень оригинальный у Абдулгаджи Газиева. Спасибо. Техно. Как будто из 2000, но тем не менее очень эффектно. Ажибае! Санжар! Санжар Ажыбаев. Да, несколько раз переносился бой. Помните, коллега, когда мы с вами были на WWE Global 12, на Исикуле? Данный был бой должен был пройти еще тогда, летом, на Исикуле, но данный бой был отменен из-за травмы бойцов, из-за... О, Ажыбаев. Да, неплохо сейчас, сейчас. Отличная композиция. Ну, сразу два бойца из Кыргызстана сейчас выступают. Они, кстати, оспаривают. Вообще, давайте я немножко расскажу об этом поединке. Честно говоря, если говорить о статусе этого поединка, то это самый ожидаемый бой осенью. Абдулгаджи Газиев 8 поединков, один проигрыш и 0 ничьих. И Санжар Ажыбаев 5 побед, одно поражение и 0 ничьих. Они вот наконец-то встречаются на WEF Global 14. И, конечно же, нужно отметить, что они встречаются за настоящий пояс WEF Global в полулегком весе. Так что по статусу этот бой очень-очень высокий. Очень, знаете, как-то вот атмосферно сейчас Ажыбаев. И такой трек классный. Неплохо, неплохо сейчас себя как-то позиционирует Ажыбаев. Да, это нужно, это неотъемлемая часть ММА. ММА... как отмечал мой коллега. Иногда шоу выходит на передний план. Германдарга был нерсе деле керек. Да, конечно, конечно. Без этого никуда. Ну, давайте расскажем о соперниках. В частности, о Санжар Ажыбаев. Он является мастером спорта по греко-римской борьбе. Аз кечиресиң, ушул жерден бир баса белгилей турган нерсе, мына эки мушкер тең Кыргызстандын желеги менен чыккан жок да. Бул мактоого арзый турган нерсе, анткени экөө тең биздин мекендешибиз болгон үчүн
На ушиндай и чего-то еще. Да, плюс, если говорить о моей позиции, то я никому из них предпочтения не отдаю. Оба наших соотечественных, оба классных бойца, честно говоря. Пусть победит сильнейший. Такая моя позиция. Так вот, Санжар Аджибаев является мастером спорта по греко-римской борьбе, является чемпионом Кыргызстана по греко-римской борьбе, чемпионом Кыргызстана по рукопашному бою. Так что этот боец 27 лет ему, боевой... WProFight 3.5.1.8, WProFight 66, чемпион Кыргызстана по рукопашному бою. Клуб Горец, 26 лет ему. Его тренер Ника Рамазан. Ника Рамазана я хорошо знаю, лично встречался несколько раз. Очень такой, знаете, один из моих таких любимых бойцов, именно в плане вот характера поведения. Такой, знаете, добродушный, улыбчивый такой. По нему не сказать, что он является чемпионом ВЭФ, кстати. Ника Рамазан тоже в свою бытность побеждал таджикистанского бойца, становился чемпионом ВЭФ Глобал. Так что у Абдулгаджи Газиева очень хороший тренер. Ну вот, к сожалению, у Ника Рамазана потом получил травму. Из-за этого он решил все-таки уйти в тренерскую работу. Но, тем не менее, Ника Рамазан, конечно же, знает вообще, как добиваться победы в принципиальных встречах. Ну что ж, ждем результата этого поединка. И давайте послушаем анонс. Сегодня дело чести, дело принципа. Сегодня тут зашли два бойца, выйдет только один. И только один будет считаться лучшим. Поэтому для лучших бойцов я требую лучшие обоезды! Справа от меня боец Емуков, лицевой категории 66 кг, росту 74 см. Чемпион международных турниров W. Третий, пятый, первый, восьмой. Победитель WProFight 66-й. Чемпион Кыргызской Республики по боям без правил. Профессиональный рекорд 8 побед. Одно поражение и 0 ничьи. Мастер спорта по боям без правил. Команда Горец, Бишкек. Тренер Ника Рамазанов, Рамазан. Газиев Адулгаджи! Весовой категории 66 кг, рост 179 сантиметров. Ему 27 лет. Чемпион Кыргызской Республики по греко-римской борьбе. Чемпион Кыргызстана по рукопашным боям. Профессиональный рекорд 5 побед, 2 поражения, 0 ничьи. Мастер спорта по боям без правил. Команда M-Fighter Майлюсу. Тренер Саян Абасов. Встречаем. Санжар Сапсан Аджи. Амно шантип бири-бирине өзгөчө катуу даярданган эки кыргызстандык мушкер. Албетте бойлорунун узундугунда айырма бар. Санжар Аджибаев 1.79, Салеме 1.74, бул Абдулгаджи Газиев да. Көк муштан чыккан кара кийимчен Абдулгаджи Газиев, Алиме Кызыл Буштан чыккан, ак, боз, чолокшу менен бул
Санжар Ажибаев. Мына ушул беттештен өтө көптө күтсөк болот. Бир топ кызыктуу жана бүр кызыккан таймаш болорунан эч кандай шек жок деп айтсак болот. Себеби булардын тарыхы албетте бир нече убакытка барып такалат. Көптөн бери бири-бирине каршы чыга албай жүрдү эле. Бир Хабиб менен Фергюсондун ушундай окуясындай деп эле айтсак болчудай. Ошентип олтуруп биз күткөн таймаштагы мына иш жүзүнө ашып, эки мушкереме октагондун ичинде ал мезгилде Абдулгажи Газиев атандаштын соккусунан кийин буту менен ошол замат ал мүмкүнчүлүктү колдонуп партерге Санжар Ажибаевди басып алганга жетишти. Азырынча албетте позициясын жакшырта элек, бирок ошонун үстүндө иштеп атат. Грек-рим күрөшү боюнча спорттун чебери Санжар Ажибаев негизинен мындай жерде өзүн ыңгайсыз сезбеши керек. Анткени өзүнүн негизги спортунун түрү бул партер болуп эсептелет. Ошентсе дагы Абдулгажи Газиев аны ошентип жерге жыгып алды эле. Мына байкасаңыздар ордунан туруп кеткенге жетишти. Знаете, коллега, я вообще добавлю, Санжар Ажибаев же он является чемпионом Кыргызстана по греко-римской борьбе, а забрать спину, пройти как бы в ноги бойцу, точнее, бойцу, который занимался греко-римской борьбой, ну, это почти что нереально, я бы сказал, но, опять же, я здесь как-то не превозношу Санжара Ажибаева, просто, ну, базовые борцы, особенно греко-римского стиля, они очень неплохо чувствуют дистанцию, то есть, и вообще, мы же знаем, отличие от вольников, да, то есть, это, опять же, именно поясничный отдел. Они очень подвижны, они очень хорошо оснащены технически именно в защите. Так, неплохо так, Газиев-то пробил. Комбинация так, оверхенд, не достает. Да, дразнит он, конечно, Газиева, да, провоцирует. Ну, Газиев, он опытный боец, он на провокации, конечно, я думаю, не поведется. Будет также действовать в своем темпе. Так. Ах, в прыжке пытался вот здесь коленом поработать. Опять Газиев. Отлично. Сориентировался. Так, удушение возможно будет. Что же будет? Так, держится Газиев. Ой-ой-ой, развязка близка. Отлично. Бросил все-таки соперника на канвас. Неплохо вышел. Я думаю, все уже. Но как-то он сам тоже как-то вот неудачно зашел. И Санжар Ажибаев тоже неплохо, честно говоря, схватил. Вообще Санжар Ажибаев по большей части мне импонирует своей именно эпатажностью, то есть, а Газиев своей брутальностью. То есть здесь у нас вот таких два бойца, которые кардинальным образом отличаются. И, честно говоря, Санжар Ажибаев, он как и такие именитые бойцы, которые являются такими эпатажными, как Конор Макгрегор, да, Гарри Гудрич, да, из 90-х, 2000-х, Марк Колбан, он, конечно же, такой эпатажный боец, но это тоже как бы цепляет. А Газиев сосредоточен, да, он более такой, знаете, сбалансирован. Так, конечно, пытается он за спину пройти, ну, сложно, конечно, против борца будет это сделать. Так, мидл кик, по защите удар пришелся. Боковой, ох, неплохо попал, мотнуло, конечно, сейчас Санжара Ажибаева. Газиев неплохо комбинациями действует. Расстреливает он по этажам. Так, в голову. Оверхенд. Так. Обманка. Делал вид, что правым пойдет, да, как бы вперед. Но, опять же, левым боковым зацепил. Но, опять же, по защите пришлось. Но, тем не менее. Конечно, по ударке, по стойке, конечно, Газиев превосходит. Но Ажибаев, он очень опасен. Он, знаете, тоже как бы выжидает. Провоцирует на ошибки Газиева. Так, замах. Очень размашистый удар-то. Издалека пытался. Так, коленом. Так, тайский клинч. Тайский клинч. Сразу виден тайский клинч. Сразу понятен. Артараптуу мушкер чындыгында. Да, Газиев. Газиев артараптуу. Жана ошондой эле кечэ пресс-конференцияда дал ушул Газиев айткан болчу. Мен кандайдыр бир лаки панч, ушундай жолдуу соккуларга же ушундай бир ыңгайлуу ыкманы атаандашымды кармап алып, ошого утканга даярданган жокмун. Мен 5 раундка толугу менен даярмын деп айткан. Бул албетте чоң билдирүү деп айтып кетиш керек. Себеби окуя кандай өнүкпөсүн, туруп абалында болсо туруп абалында, стойкада же болбосо партерде болсо партерде, кайсыл жакта болсун, мен албетте баарына толук даярмын деп айткан. Ал эми калганы эми жараткандан, жолум болсо утам, жолум болбосо утпайм. Мен
кандайдыр тигин түйемин түйем деп айта албайм деп айткан болчу. Ал учурда Санжар Ажыбаев албетте ишенимдүү жеңишке жетишем деген деп ишендирип кеткен болчу көрөрмандарды. Азырынча 2 мушкер тең татыктуу жеңишке жеткенге айрыкча мына Санжар Ажыбаев ушул муунтукмасын дээрлик мына аягына чейин бүткөрүп сала тургандай көрүнгөн. Ошол мезгилде мына тилин чыгарып бир аз публикага ойнойм деп жатып концентрациясын жоготуп алды окшойт. Мына ошонун негизинде албетте Абдулгажи Газиев ал жактан чыгып кетти жана ошондой эле көк бурчта 2.2 секунданд болсун деп атат. Көк бурч бул Абдулгажи Газиевтике. Ошондуктан буга чейин сен айткандай жанагы Тилек Канатов, Канат Тилеков, кечиресиң, Канат Келдибеков мына сен тайсың деп ал дагы секундант болуп атат дегенде ошол үчүнчүсү болуп кеткен учур болчу да. Андыктан бул өтө негизги так сактала турган эрежелердин бири, ар бир мушкерде 2 гана секундант болушу керек. Жана ал мезгилде Ленни Харт секунданттарды эртерээк октагондо бошотуп кетишин суранып атат. Ошентип отуруп биз мына кезектеги раундка, 2-раундка жетип келдик. Булардыкы дагы мына чемпиондук титул үчүн болгон таймаш, андыктан 5 раундка созула турган беттеш. Эгерде убактысынан эрте эле кимдир бирөө бүткөрүп кетпесе, азыр ошентип мына бутка киргенге көбүрөөк басым жасай баштады. Санжар Ажыбаев стойкада туруу абалында жүрүүрө турган болсо, албетте бир топ жабыркап калышы ыктымал. Да, нужно понимать, что Газиев больше опасен именно в стойке, нежели в партере. Ну, поэтому Ажыбаев так отлично перевел в партер. Но тем не менее сейчас в глухую защиту ушел Ажыбаев. Ну, пока что он контролирует. Взял в контроль. Так. Пытается он сейчас. Так. Локтями. Режущие удары локтями. Всегда такие удары делают сечку, то есть рассечение. Они очень опасны. Вев клубалда чыканак менен сокконго уруксат бар. Ал эми профайт селекшнда андай уруксат жок. Потому что, ну, по большей части, бойцы, которые выступают в рамках Global, они более опытны, то есть, и, конечно, они умеют пользоваться. А в Profile Selection там, конечно, бойцы, которые только-только как бы выступают в эту стезю, и, конечно же, там не предусмотрены такие удары. Так, так, добивание из бокового маунта, можно сказать. Ну, здесь Ажыбаев тоже взял в контроль, пытается сейчас руку забрать, но нет, да, пока что не удается. Сен айтканда каршы жарылды азыр. Да, вот и сетка пошла. Рассечением, если не ошибаюсь, это у Ажыбаева. Так, будут ли амплитудные броски? Нет, не схватил. Вообще, когда ты находишься в положении снизу, грэпплеры, язык заплетается уже, грэпплеры как делают? Они всегда пытаются уйти в защиту, то есть обхватывают руками голову соперника и ногами тазобедренную часть. Это делается для того, чтобы, ну, конечно же, чтобы не было возможности проводить атаку. Так, возможность сейчас будет. Так, подождем, да, не будем торопиться. Газиев и не такое терпел. Так. Нет, руку он плохо зафиксировал, в принципе, я думаю, вряд ли сейчас Ажыбаев сумеет здесь руку заломать. Это кол, да, но опасно, все, он вышел. Газиев вышел. Все-таки было видно, что он закрепил-то руку очень, ну, как бы, нехорошо. Ихма таза откарывает. Да, нечистый захват был. Конечно, в таких условиях опытный Газиев без проблем вышел. Ну вот, несколько доли секунд, конечно, мне показалось, что он уже почти заломал. Но вот, все-таки Газиев, да, выдержал. Да, очень по накалу, конечно, страсти. Очень такой напряженный поединок у нас сегодня. Так, все в грязи, да, все в крови, как говорится. Абдулгажи Газиев, биринчи раунд тогда аз жерде мына мойнун берип коюп, ошол жерде умтулуп калды. Мына ошентип муунту ыкмасы бул жерде колдонулуп атат. Ал эми бул ирет Абдулгажи Газиев чыгып кете алат болду экен. Мына чыгып кеткенге жетишти. Эки мушкердин ортосунда айгышкан күрөш жүрүүдө, принципиалдуу экен. Мына ушундан билсек болот. Эки мушкер тең албетте таптакыр жеңилгенге макул эмес. Азыр ыңгайлуу позицияны мына Абдулгажи Газиев ээлеп алды жана ар бир раундда ошентип бир ирет Санжар Ажыбаев жеңишке жакын барып атат. Бирок тажрыйбалуу
Абдулгажи Газиев алавалдан кутулуп кетүүдө. Азыр эми тескерисинче Абдулгажи Газиев мына муутук масын колдонуп баштады. Азыр мына бир колун кошуп туруп муутук масын колдонуп атат. Жана ал канчалык иш жүзүнө ашат болду экен? Иш жүзүнө ашпай калып турат. Найс азыр байкап көрөлү. Эки мушкер тең чарчады албетте. Бул 5 раундтук таймаш, ошондуктан алдыда дагы бир нече раунд бар. Болгон күчүн ушул 1-2 раундка сарптап ишти мушкерлер. 3-чү раунд ал мезгилде соңуна келип жетти. Калган 2 раундда эми кимисинин физикалык жактан күчү көбүрөөк калган болсо дал ошол мушкер жеңишке жете тургандай болуп калды. Да, подустали бойцы, заметно, конечно. Ну, нужно понимать, что это как бы четвертый раунд закончился. Третий раунд, точнее, если не ошибаюсь, да, третий раунд закончился. И нужно понимать, что в таких ситуациях нужно побольше действий, нужно обращать побольше часть именно на тайминг. То есть бойцы, которые выступают в 5 раундах поединках, они, конечно же, большое внимание уделяют именно кардио тренировкам. То есть это тренировка направлена на выносливость. И пока что с этим у бойцов пока что неплохо. Но, опять же, впереди еще 2 раунда. Нужно это помнить. И, конечно же, нам очень интересно. Но если говорить, пока же у нас не все ясно. Но, тем не менее, по итогам 2 раундов, это, конечно, сугубо мое личное мнение, по большей части Газиев доминирует. Нужно понимать, что за переводы в партер, за доминирование в партере, конечно, даются очки. Это все записывается, и, конечно, по этим параметрам, по этим аспектам, конечно, Газиев превосходит своего соперника. Но, тем не менее, Аджибаев тоже очень неплохо действует. Так, третий раунд. Так, точнее, четвертый, извиняюсь, размен. Так, лукик. Неплохо почувствовал. Ногу Аджибаева отбросила. Так, Газиев дергает. Так, мидлкик коленом прошел. Попытка пройти в ноги. Неплохо сейчас Аджибаев защищается. Пытается в стойке он сейчас задушить соперника. Выбрался Газиев. Так, даже со своим секундантом успел переговорить Аджибаев. Так. Ну, опять же, сейчас мы, скорее всего, увидим перевод в партер. Или попытку перевода в партер. Так. Очень интересно, что же все-таки говорит Аджибаев сейчас Газиеву. Неужели как бы провокационные вещи так говорить? Было бы интересно на это посмотреть. Так. Нет, не удается он, конечно. Да, борцы греко-римского стиля никогда не отдают спину. Так. Подсказывают секунданты, нужно коленом работать. Так, ухватился здесь Аджибаев за сетку, это, конечно, запрещено. Да, все как-то неоднозначно. Так, работа коленом по корпусу. В исполнении Газиева. Так, можно здесь уже на повороте в перевод-то сделать? Нет, колено. Тайский клинч снова. В таких ситуациях многие бойцы как бы просто руками закрываются. А в таких ситуациях есть такой специальный прием, в частности, у тайбоксеров и у кикеров. Это опять же выставляют локти, когда вот коленом бьет. Если боец, который защищается, если он колено, точнее локоть подставит, это очень болезненно, даже может привести к травме, к серьезной травме, потому что есть как бы сухожилия именно коленного сгиба, крестообразные связки и чашечка колена, это очень больно. Да, это чиханак и гуштыру хватал, да. Ну, это, конечно, из мира тайбокса, мой тай, но это мы не увидели в исполнении Аджибаева. Да, предупреждение, конечно, здесь за пассивность. Жок, тордука... За сетку, да, за сетку. Так бы. До этого я отмечал, что Аджибаев схватился за сетку. Бирне черед кармаган болчу, но шондуктан... Два раза предупреждение, третий раз уже, да. Упайларын албетал салат. А раньше, например, в Pride FC два раза предупреждали, на третий раз давали желтую карточку. Желтая карточка — это не просто, да, как бы, предупреждение, это минус 10% от гонорара. Ну, это, честно говоря, действенный метод. Был даже ахшинер салют.
Да, развязался здесь. Мына ушунчалык булардын о том, что несколько минутами ранее свет как бы отключился во дворце спорта, да. Кожомкулатындагы спорт ордосунда эки ирет свет өчтү. Биринчиси мына бир жарым эки сааттай мурда болчу, ал эми азыр бир нече мүнөт мурда дагы бир ирет өчтү. Кимди күнөөлөшүң деле билбейсиң чындыгында. Помните сразу матч Кыргызстан-Сирия, помните тоже на стадионе? Ооба, футбол боюнча. Но ушундай учурлар эми баары бир келип аягында көрмандарга келип таасир тийип атат. Себеби ушундай кооз беттештерди албетте үзгүлтүксүз көргөнгө мүмкүнчүлүк бир аз толук кандуу болбой жатканы. Ал эми беттешке келе турган болсок, мына азыр атаандашын бурчка такап Ажыбаев, мына Санжар Ажыбаев бара жатты эле, бирок ошентсе дагы азырынча Абдулгазиев Гаджиев өзүнө ишенимдүү. Мына ушундай ыкмалар мында бир 10 жыл мурда атаандаштарга таамай тийип калчу, азыр мындай соткудан оңой менен. Фронткики, да, конечно, сейчас особо роль не играют. Помните, конечно, фронткик Андерсен Сильвы. Вообще, Аджибаев мне напоминает именно Андерсена Сильву, паука. Его провокационные вот эти вещи, когда он зазывает, да, то есть провоцирует. Ну, это всегда как бы опасно. Помните первый проигрыш? Ох, какой перевод-то, а! Даже здесь, как бы, я почувствовал, как сотрясал здесь канвас своим переводом Гаджиев-то. Ну что ж, сумеет ли он выйти в маунт? Так, если будет фулл маунт, то, конечно, уже гранден паунт, то есть добивание с положением партера. Так, за сетку, так, Гаджиев за сетку хватается. Все, закончился четвертый раунд, впереди последний пятый. Ждем. Аджибаев не смущается, конечно. Неплохо действуют бойцы. Да, подустали бойцы, конечно. Уже целых 20 минут они между собой выясняют, кто же сильнее. И, конечно, это очень энергозатратно. Да и ресурсов как бы мало осталось физических, чтобы пятый раунд продержаться. Но, конечно же, все это время они тренировались, конечно, ради пяти раундов, потому что всякое может быть. У каждого бойца, у каждого тренера штаба бойца был вариант такой развития событий. Если придется бойцу все пять раундов работать, то, конечно, нужно очень хорошо поработать над выносливостью. Но шантип без ВФ 67 глобал 14 турнирында адилет. Алгачкы ирет 5-чи раундду көргөн турабыз. Первый раз, как бы. Надеюсь, последний раз. Не потому что, как бы, этот поединок как-то вот вяло проходит, а потому что, ну, хочется все-таки нокаут. Досрочную победу хочется лицезреть, конечно. Но, как говорится, мы предполагаем, а бойцы располагают, да? Как-то так я перефразирую известную поговорку. Так, впереди пятый, последний раунд. Напомню, что бойцы сражаются за титул, за чемпионский пояс в полулегком весе, весовой категории 66 килограмм. Не просто поединок, у нас война. Это, да, как бы громогласно не звучало, это война, потому что это принципиальная встреча между принципиальными соперниками. Ох, неплохой боковой удар. Неплохо сейчас попал-то по Аджибаеву. Так, сразу же попытался Аджибаев здесь пройти в ноги. Ну, сумеет ли, конечно, здесь. Это вопрос. Если вторую ногу заберет, то да. Так, забрал. Перевод в партер. Добивание. Боковой фулмаунт. Очень спокойно сейчас Гаджиев, конечно, действует. Не суетится, спокойно защищается. Пытается сейчас не отдавать ногу. Пытается перевесить. Да, пытается освободить ногу. Да, освободил ногу и теперь... Так, неужели удушение стоя будет? Нет, не сумел. Буга чейин мындай ыкма эки жолу колдонулду эле, экөөндө тең Абдулгазиев алабалдан чыгып кеткен. Азыр деле дал ошондой көрүнүш жана азыр кадимкидей эле мына кыргыз күрөштөгү ыкма менен бул жерде Ажыбаев борьба, да? Алыш, кыргыз күрөш.
когда вот именно атака происходит именно с верхней части туловища, то есть это опять же мотаешь туда-сюда, то есть дергаешь соперника, выводишь из равновесия и таким амплитудным броском через спину. Именно такой по техническому исполнению прием из мира борьбы на поясах мы видели. И пока что в партере события разворачиваются не очень-то активно. Не форсируют события, конечно, бойцы. Так, локти, опять же локти. В исполнении Гаджиева. Рассечения у Аджибаева были. Видим, что и глаз заплыл. Есть гематома над левым глазом. Это, конечно, тоже мешает, потому что закрывает обзор. Были моменты, когда бойцы переставали видеть на один глаз. Это и не только в ММА, но и в боксе. Қашы жарылғанына қарай шешіп шықты. Демек, ал дағы башқа жерінен ұшындай соққы жеген екен. Себебі қашы жарылғанда негізінен шешу еді. Бары қанның бары ұшақтан шығып кетіш керек. Бұл жақта, демек, көзінің ұлдиқы тарауына дағы соққы ұзатылғаны байқалып тұрады. Азыр болса, мұна ұшыл жерден қолды қайырып кету ықмасы. Қандай тәжірибе алу. Чындығында Абдулғажи Газиев қаншалаған ықмалардан барынан құтылып шығып кетті. Толығыменен бір-біріне шай келген мұшкерлер. Екеуін тең чемпион деп, екеуіне тең әлбетте чемпионды құрды беріп қойған келетті. Бұл беттешті көріпші. Да. Было бы классно. Обоим дать пояс, оба достойны. Но, как говорится, победитель должен быть только один из них. Так, Гаджиев. Доминирующая позиция, но опытный борец, опытный греплер. Санджар Аджибаев пока что неплохо действует в обороне-то. Так. Пытается он сейчас руку забрать. Ну как забрать? То есть берет под контроль руку и... И сразу же попытается, конечно, рычаг локтя провести. Ну это такой один из распространенных приемов. На пассивду болған үшін, демек, бетте, что тұрып улантуына сынуштады. Жена ұшында или Аджибаевтың бұл жерде... Мейлейнің байламтасы чешіліп кеткен. Анылсы қалыс жақшылап қайрадан орнына қойып бермекші. Айғышқан күреш, айғышқан таймаш деп наушын айтсақ болады. Ең көрікті беттештерін бір ол қалады. Алдыда дағы үш таймаш бар екен есіңіздерге салу түлі. Ал Рой Ямагучи Рио япониялық жана Дүйшобайұлы Бақытбек менен болады. Үшінде ле Алтынбек Мамашев. Ал монголиялық Батхун Бурен Зорикменен, ұшында ле Марко Соуза, Бразилиядан келген Арзалеттің чемпионы, ал Өзбекстандық Нұрсултан Рузибоев менен беттешет. Нұрсултан Рузибоев, ал әлбетте ұшыл ВЕФ глобалда нечен рет таймаштарды өткөріп, біздің гөрмандар үшін алты аныш. Жана дағы деле болса Санджар Аджибаев беттешті жөн өткөріп өстен. Ох! Тегдаун. Немножко не хватило, то есть нужно было как-то делать упор именно на верхнюю часть туловища. Истинно, салмагмен и чесолмок. Перераспределить. Тогда, возможно, и нокаут был, мы видели. Бирок ушундай жерде дагы бир кооп таап албарды, эгерде самому как бы, да. Өзүң башың менен түшүп калсаң, өзүң нокаутка кетип каласың. Помните, такой нокаут та был, по-моему, UFC, если не ошибаюсь. Там тоже боец бросал в тегдаун и сам как бы сам себя нокаутировал. А там даже жөн түшпөй мына ошол мойнунан башынан жанагындай кармап туруп башын жерге басып түшкөн учурда мына ошондон кандайдыр деңгээлде коркту, бирок көзөмөлгө алысылмак. Эгерде туптуура далысы менен жерге чаба турган болсо, албетте атаандашың нокаут кылышы мүмкүн, болбосо өзүң деле. Ошондуктан Абдулгажи Газиев андай тобокелдикке баргысы келген жок. Жана 5-чи раунд, акыркы раунд соңуна чыкты. Эки мушкер тең азыр толук өзүнө ишенимдүү эмес, кимиси утканын билбейт, биз деле түшүнгөн жокпуз. Бирок чыныгы профессионалдар бар, алар калыстар. Ар бир упайды эсептеп чыгат. Конечно, спорным решением будет одержана победа, кто бы из них не победил, но тем не менее складывается впечатление у меня в частности, что
с небольшим перевесом, но Гаджиев все-таки по очкам выиграл. Но опять же, с небольшим перевесом. Мюмкин. Ну, опять же, я здесь руководствуюсь тем, что Гаджиев больше переводов сделал в партер, больше тейкдаунов. И в концовке последнего раунда тоже тейкдаун был исполнен. Конечно же, забирает он концовку пятого раунда. И, конечно, это тоже будет учитываться судьями. Также почетный член Федерации WF меценат Телебаев Даняр, мастер спорта по вольной борьбе. Екі мұшкертен азаматына. Чыныгы кыргызстандык мушкерлер таптакыр жеңилүү экенин билгиси да келбейт, уккусу да келбейт. Аягына чейин чыдады. Манай жакшы эки мушкертин тең. Мына башка байкап көрсөңүздөр, Абдулгажи Газиев дагы, Санжар Ажыбаев дагы ууртунан жылмайып жүрөт. Пояс албетте кур, албетте кимисине кетсе дагы, эң башкысы экөө тең жүрөгүндө өздөрүн чемпион деп эсептейт. Мына ушул нерсе өтө маанилүү. Жана биз дагы эки мушкертиден чемпион деп эсептейбиз. Жеке менин пикирим ошондой. 5 раунд бою чыныгы тажрыйбалуу атаандашка каршы таймашып эч кандай мына ушул убактысынан эрте утулбай аягына акыркы гонго чейин жетип барып бул өзү чоң эрдик. Музыкадагы лирикалуу өзүнчө такая эпическая, возвышенная. Оповещает нас, нас всех о том, что статус этого поединка, конечно же, чемпионский. Об этом бою. Единогласным решением судей победа одержал Абдулгаджи. Ну и что ей требовалось доказать? Абдулгаджи Газиев выигрывает этот поединок и становится чемпионом. В полулегком весе, весовой категории 66 килограмм, да, по очкам, конечно, он выиграл, опять же, переводы в партер, опять же, тейкдауны, так что, да, заслуженно он победил, не скажу, что убедительно победил, но, тем не менее, победил. Бул жакта албетте бир добуштан чечим чыгарды бардык калыстар. Албетте алар чыныгы кесипкөй калыстар, андыктан алардын чечимине толугу менен ишенебиз. Ошентсе дагы сен айткандай менде деле Абдулгажи Газиевтин артыкчылыгы бир аз байкалган, бирок баары бир чыныгы профессионалдардын чечимине чейин өзүнүн позициямды билдирбей турайын дедим эле. Иш жүзүндө дал ушундай Абдулгажи Газиев, демек Санжар Ажыбаевди ушундай калыстар тобунун бардыгынын чечиминин негизинде утуп алды дагы чемпиондук курдун ээси болду. 66 килограмм салмак чендиригиндеги эми чыныгы мына мыкты мушкер, демек Абдулгажи Газиев Кыргызстан, албетте Санжар Ажыбаев да Кыргызстан. Эмнеси болсо дагы бул чемпиондук кур ошентип биздин өлкөдө калып отурат. Бирок Санжар Ажыбаевдин мыктылыгын тана албайбыз. Кийинки беттештер дагы ийгилик каалайбыз. Жакшы даярдантыр, жакшы беттешти өткөрдү. Биз Абдулгажи Газиевке кулак төшөйлү. Всем салам алейкум, во-первых, и здравствуйте. Во-первых, хочу сказать спасибо за то, что пришли поболеть. И хочу попросить, чтобы мой соперник не обижался. Это лишь спорт. Я долго шел к этому поясу. 7 раз у меня отменялся бой за этот пояс. Он должен был догадаться, что я тоже просто так не отдал бы за этот пояс. И я прошу прощения, кого огорчил моей победой. И хочу поблагодарить моего тренера Рамазана Некрамазанова. Он многое для меня сделал. Я думаю, что это Рамазан Рамазанов. Это больше его пояс, чем мой. Он со мной потел, со мной холодал, голодал. Все он сделал. И хочу поблагодарить. По-моему, у него поясов своих достаточно. Я хочу собрать столько поясов, как у моего тренера, количество. Я хочу поблагодарить Руслана Кадырбишева. У нас долго не получалось организовать бой за этот пояс, но все-таки я дошел. И большое спасибо за то, что дали шанс. И как вы видите, я оправдал этот шанс. Хочу поблагодарить Горец клуб, мою команду Османа и Топ-Тин Кыргызстан, джиу-джитсу, болевые, которые мне помогали, ставили Абдурахмана, Муртазалиева, всех их,
всех моих друзей. Я хочу поблагодарить моих спонсоров, которые помогали мне в деньгах готовиться медицинских, спортивных лекарств. Даниара и Хаджи, и брата Абдул-Кадира тоже. Всем спасибо, которые помогали деньгами помочь. И Османа, Ашрула Османа, большое спасибо всем. И извините, кого не смог напомнить. Это... И, как говорится, я свое сделал, и дальше идем. Иншаллах, в Запад. Кыргызстан, алга. Да, очень вдохновенно, очень прозаично, конечно. Батышты говорили, женевисты? Да. Движемся на Запад. Я могу трактовать то, что он, конечно, будет в следующий раз уже как бы пытаться выступать в других промоушенах западных, в частности, ну, ближайшие, опять же, M1 Global. Дастан Шаршеев вчера. Да, Дастан Али Шаршеев, там, тоже, кстати, недавно сделал дебют в ММА, он вообще-то кикер, выступал в рамках промоушена «Татнефть» по кикбоксингу, но недавно, кстати, стал чемпионом по смешанным единоборствам.